Да, у рижан подавляющее большинство побед в этом сезоне были, ну, такими по-настоящему трудовыми. Были, кстати, и в овертаймах, и по булитам, а это гол с неудобной руки. Вот так сразу отвечает нефтехимик Галимов. Отчасти отмазался, да, за свое это удаление с неудобной руки, но тоже, надо сказать, попал. Не дал, кстати, Белялеву второй сухой матч сыграть. Давайте посмотрим. Ну, в общем, да, это, конечно, попадание еще и с неудобной руки. Представляете, так вот в паутинку-то шайбу направить. Там маленькую-маленькую щелочку Белялов оставил. Ну, иначе невозможно.